Итак, мы продолжаем. Сейчас находимся у здания прокуратуры города Кировска. Дело в том, что мы на прошлой неделе сюда заезжали в очередной раз, чтобы взять ответы на те запросы, которые были мной поданы в феврале, марте и в апреле. И вот, изучив ответы, мы сегодня опять сюда приехали. Объясняю, почему. Дело в том, что наш комитет работает на основании обращений граждан, наш комитет со своими проблемами. И вот такое обращение на основании, вернее, такое уведомление на основании обращения одной гражданки, ну и было подано в апреле месяце. Но на это обращение, значит, мне Т.Ю. Смаковская ответила следующее. Значит, что у вас нет доверенности от этой гражданки ко мне о представлении ее интересов, поэтому мы вам ответ не предоставим. Насчет этого я отвечаю Смаковской следующее. Так, значит, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, улица Новая, 26А, прокуратура, заместителю городского прокурора и юриста второго класса Т. Ю. Смаковской. Уведомление требования. Настоящим уведомляю, что Комитет безопасности России «Кобра» по заявлению граждан в рамках ФЗ 212 статьи 2 пункта 2 осуществляет общественный контроль за деятельностью в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью органов власти всех уровней государственных и муниципальных организаций, полиции, органов следствия, прокуратуры и судов. Руководитель Кировского отделения в региональном управлении Комитета безопасности России по Ленинградской области Татьяна Александровна Царева действует на основании генеральной доверенности номер 124 от 14.10.2021 года, выданной председателем Комитета безопасности России КОБРА А.В. Нечепоруком, где прописаны все ее полномочия и юридически значимые действия в представлении интересов граждан. С данным документом можно ознакомиться, сделав официальный запрос в комитет. На основании изложенного считаю ответ от 6.04.2022 года за номером АВ номер 189-851 отпиской и предоставить отчет по существу. А также, первое, предоставить копию приказа о назначении на должность Т.Ю. Смаковской. Второе, предоставить копию доверенности от лица, имеющему право действовать без доверенности от имени юридического лица с указанием полномочий Т.Ю. Смаковской. Начальник Кировского отделения в региональном управлении Комитета безопасности России по Ленинградской области, полковник Татьяна Александровна Царева. Следующее. Заявление о возбуждении административного производства. Мною, руководителем Кировского отделения в региональном управлении Комитета безопасности России по Ленинградской области, 23.05.2022 года было подано уведомление требования о предоставлении достоверной информации начальнику государственного бюджетного учреждения Ленинградской области станции по борьбе с болезнями животных Кировского и Тоснинского районов Нарицыну А.В. В ответе от 26.05.2022 года А.В. Нарицын сообщает, что дать ответ не представляется возможным. Требую провести действия прокурорского надзора по данному факту и возбудить административное производство в соответствии со статьей 5 прим. 39 КОАП за неправомерный отказ в предоставлении информации. Приложение. Копия ответа от 26.05.2022 года. Итак, мы продолжаем. В марте месяце мною было подано очередное уведомление требования с запросами, с вопросами, на которые мне прислал помощник или заместитель, сейчас я прочитаю точно его должность, А.А. Андреев, ответ, который опять не ответ, отписка. В ответ на эту отписку я написала следующее уведомление требования. Предоставить копию приказа о назначении Андреева А.А. на занимаемую должность. Второе. Предоставить копию доверенности от руководителя юридического лица с указанием полномочий Андреева А.А. Копию документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации у Андреева А.А. В ответ на это на прошлой неделе я получила ответ от прокуратуры.
Я все не буду зачитывать, потому что это трата времени. Просто последний абзац. Кроме этого, предоставление сведений о принадлежности гражданства бывшего заместителя Кировского городского прокурора Андреева АА не отвечает целям федерального закона от 27.07.2006 года, номер 150 ФЗ, о персональных данных. Ключевое здесь бывшего заместителя Кировского городского прокурора. Народ, делаем выводы. А мы продолжаем. Он на фирме недействителен с 18. Там указано, комитет, электронная почта у нас. Как они принесут этот паспорт РФ? Ты посмотри. Потрогать в руках. Ага. Книжку чековую. Чтобы оформить потом. Я могу загорать это? Нет, это не смотри. Пожалуйста. Народ просыпается. Так, вот приложение к этому административному заявлению. Вот ответ, пожалуйста, прикладывайте копию. Там есть, да, пунктик приложения, вот этот документ. А это лично вам. А вот почему вы снимаете? Я не разрешила. А вы не режимный объект и не таможенный. Два экземпляра, один ваш. Это тоже мое личное изображение использовать. Я не разрешила. Что? А мы не на работе, а не дома. Ну что? Ну, девушка, вы же грамотная. Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна. Я запрет... свое личное изображение вам использовала. Угу. Нет, вы находитесь на службе. Я вас довела до вашего сведения. Да, мы законы знаем. Хорошо. А это зачем? А это вам личное заявление. Там написано в шапке. Юристу второго класса Татьяне Юрьевне Смаковской. Ответьте мне на него. Я вас могу принять. Что? Я вас могу только его принять и рассмотреть в порядке 50 лет. Так и есть, да. Принимайте, расписывайтесь. Все. Нам все очень против. Нам все пойдет в папочку для отчета. Нам годится любой ответ для отчета. История. Лучше бы, чтобы он был все-таки благоразумный. Будет рассмотрен в установленный законный срок и в установленный законный порядок. Для юрлиц сколько? Законом РФ? Да. Установленный законный срок и установленный порядок. Ну, какой срок у вас установлен для юридических структур? 3 дня на регистрацию, для граждан 30 дней на регистрацию. Нет, 30 дней это для государственных органов, а вы юридическое лицо. Вы можете сказать 10 дней. Не надо тянуть время. Но вы же это знаете лучше нас. Он уже будет не актуальный через 30 дней. Актуальный. И 10. Он да. Пойдет. Потому что время бежит. Все меняется. Все, благодарю. Все, заходим. Вы сказали, что еще? Я бы хотела тоже сделать... запрос, да, на проверку вот данного факта, который у нас в Кировске размещен баннер с изображением Владимира Ильича Ленина в оскорбительном, я так понимаю, виде, и почему используется изображение Ленина в коммерческих целях. И буква Z. И буква Z, которая у нас по правилам русского языка заменяет в данном случае букву Z, какая-то зюка-закадёчка. Почему в данный момент идет замена русских букв на иностранные? То есть это обращение рассмотрим? Да, давайте. Я требую провести проверку. У вас есть какая-то форма? Садись, напиши, я сразу. Или пока на паузу. Листочек может мне его дать. Коридорчики напишешь? Коридорчики напишешь? Произвольная форма. Попроси, попроси проверку. Так, вы еще хотели по уставу что-то спросить? Сейчас я закончу. Извините, пожалуйста, у нас были слушания. Лена Викторовна, берите бумагу про коридор. Вы знаете, мы отправили Ворожцовой документы о том, что все процедуры нарушены. В зале было 5 человек, 48 непонятных людей. Процедура нарушена, что не были оглашены люди на этом слушании. И мы хотим тоже вам сделать такое обращение, но это я принесу письменно, чтобы вы проверили процедуру правильности слушания, утверждения устава города. Это очень важно. К
Потому что кворума не было, мы были свидетели. Я хочу вам все озвучить, что сейчас должна Ворожцова ответить, то, что я ей написала, чтобы она это проверила. Ее ответ, наше заявление, мы очень вас просим. Жители города. Это касается судьбы вообще. Судьбы нашего города и нас, каждого человека. Потому что то, что я прочитала устав, это не устав, это какой-то, знаете, я не знаю, что это такое. Вот так посмотреть со стороны, такие статьи, какие-то искусственные земельные участки, население в поселение. Это что это за население в поселение? И вы знаете, по поводу, когда задала вопрос о гражданстве депутатов, говорю, а кто их выбирал? У нас гражданства ни у кого нет, жители этого города Кировска. И кто их выбирал? И кто вообще Ворожцова выбрал? Это очень интересный вопрос. Мы принесем вам тоже заявление. То есть можно обратиться, да, чтобы была проверка? Да. Вы можете написать заявление. Я напишу, да, я напишу, чтобы проверили, это, проверили то, что правомочность этих вообще утверждение устава. Они все утвердили, да. Мы были лично там. Мы граждане, не согласны. Граждан не было, схода не было. Между собой. Все приняли. Устав, они утвердили депутата. А кто такие депутаты? От кого они? От каких граждан? Все, благодарю. Леночка, пиши.